В СУЭКСИ прошла конференц-встреча по случаю 90-летия заведующего отделом этнологии Людвига Чибирова. Поздравить доктора исторических наук с круглой датой приехали профессоры, ученые, академики со всего СКФО и из Москвы. А те, кто не смог присутствовать лично, передали слова благодарности. Каждый еще раз отметил большой вклад Людвига Чибирова в развитие науки и образования. На его счету научные монографии, журналы, словари, посвященные языкознанию, этнографии, фольклористике. Каждая его работа получала высокую оценку не только среди коллег, но и всего народа. Свет держится на таких людях. Он благородный, честный, отзывчивый и настоящий патриот Осетии, и не только Осетии, всего Кавказа.